смотри левее. Так, видишь, вон двое идут. Знаешь, кто такие? О, брат, это жулики. Приветствую всех на канале Лига Мьюзик Варс. Сегодня с вами аналитический енот. Аналитический енот сегодня вам поможет разобраться, что и где у нас происходит на Ютубе. Вот, так что мы, наверное, не отлаживая, перейдем к основным новостям. Короче, я не могу вообще. Как вообще серьезным можно быть таким, я вообще не знаю. Говорит, загробным голосом. Как они по Первому каналу там вообще эти новости ведут с таким голосом? Бля, я тоже это надо сделать, короче, этот тон вообще, это вообще нереально. Вот вы не поверите, ребят, это уже, короче, 15-й дубль. 15-й просто импровизации. Вообще, я не знаю, то есть писать, короче, нет, меня уже вообще этот... Я вот 100% нарезку, короче, сделаю из этих неудачных дублей. Вот что только не происходит, лишь бы не записать, короче. Вот. Так, ну, что у нас из интересного? Я хотел, ребята, вас поблагодарить, конечно. Спасибо большое, я перешел порог 500 подписчиков. И, соответственно, короче, я подал заявочку на подключение медиа-партнерки, и я очень сильно нервничаю, короче, это уже 3 дня, короче, идет рассмотрение, и я, ну, в непонятках, короче, весь дергаюсь, то есть, имею в виду, от этого, короче, зависит, если мне партнерки откажут или заблокируют, короче, канал, я больше не буду делать видео, потому что, ну, у меня, короче, уже в 3-й канал происходит, короче, блокировка. Это уже 3-я моя попытка заведения канала. Первый канал у меня закрыли через 2 недели. Потом 2-й канал у меня закрыли, короче, через месяц. И тут, короче, надо будет смотреть, поэтому, как это, короче, будет. В общем, я еще буду очень долго дергаться по этому поводу. Но это не отменяет того факта, что, ребята, я обещал 500 подписчиков. 500 подписчиков у нас, короче, есть. Я просто выберу ребят из подписчиков в конкурсе ребят, кто выиграл. Пожалуйста, внимательно видео смотрите. То есть, ну, я не знаю, человек 5, может 8, может 10 выберу. Там, посмотрим, как будет, как пойдет. Просто выберу среди подписчиков, соответственно, рандомом, и им просто вручу для Music Wars подарки. Ну, просто так, короче, без всего. Спасибо, ребята, что вы на моем канале. А сейчас давайте к основной новости. В общем, меня очень сильно интересует, как и что, короче, происходит на Ютубе. Я вообще слежу за этим. Но, как вы понимаете, YouTube такая хитрая вещь, что он просто так, короче, вам видяшки не показывает. Допустим, если вы наберете саму Music Wars просто так, ну, то есть вот так, раз, он вам, короче, выдаст основные каналы, выдаст популярные видяшки и так далее, короче. То есть, ну, как вы видите, здесь видео, ну, от топовых вододелов или те, которые хорошо, короче, входят на YouTube. Но меня это не очень интересует. Меня интересует именно аналитика за эту неделю. Но здесь такая же штука. Это тоже не все интересно. Мне нужно именно по дате загрузки. И тогда мы получаем, ребята, мы получаем каналы, которые выкладывают иногда очень интересные видео или обзорчики. И то есть в них можно что-то для себя подчеркнуть. Ну вот. Самый первый, давайте, у нас вот, у нас есть такой никнейм. Привет молодому каналу. Как бы видео у него мало, как вы видите, то есть месяц назад начал. Старается, но просмотров у него нету. И очень интересно, начал почему-то с обзора бота. Хотя, вот мне нравятся такие есть максимум монтажа на видео. Такие вещи я смотрю, как вы видите, я начал просмотр. То есть, ну, похохотал, забавно, молодец. Дальше у нас есть вот такие вещи, смотрите. То есть,
неплохой, видимо, канал. Ну, то есть в этот я тоже уже заходил, то есть высматривал. Тоже как бы, ну, недооформлен, ну, начало положено, ну, как вы видите. Ну, интересненько. Ну, хотя давайте вот, ну, просто ради интереса, вот так. Забавный, конечно, но не стоит, конечно, сильно того, но ничего, видите, тоже только начала свое движение. Да, замучила выскакивать табличка, это уйди, табличка, уйди, уйди. Вот он здесь стоит, и он, короче, мне мешается. Вот, как бы его сдвинуть так, чтобы он не сильно мне мешался открывать страницы. Давайте его чуть-чуть пониже хотя бы вот так сдвинем. Так, дальше. Ну, Руни, ладно, Руни у нас все известный. Но меня вот, получается, заинтересовала такая вещь. Вообще, почему я вообще захотел сделать такое видео, знаете? Вообще, я люблю делать видео на, получается, именно на обманы. Разоблачение, так скажем, получается. У меня несколько видяшек уже есть о том, что, ребята, пожалуйста, не качайте читы здесь, здесь, то есть есть такие видяшки. Я сам, короче, такое видео не выкладываю, то есть я дорожу своими подписчиками, поэтому стараюсь, в общем, стараюсь и сам искать, короче, такие эти. Ну и вот, в общем, меня заинтересовало. Вот, смотрите, видите, сайт. Вот сайт. И вот сайт. Видите, то есть новинки все вышли недавно, 3-4-5 часов. То есть через каждый час, получается, идет. Ну, конечно, я не удержался. Тыкнул на видео, то есть просто интересно было. А, да, кстати, забываю, надо дизлайк поставить. Я вообще таких вещей не люблю. Ну и, соответственно, я перешел вот так на сайт. И получил вот такую интересную вещь. Я, короче, был просто в шоке, конечно, имею в виду этот. Это музыка раздражает. Дайте-ка остановлю эту штуку. Хорошо, у меня стоит более-менее адекватная защита, то есть я таких вещей не боюсь, но у многих ее нету, ребята. Представьте сайт, который вы просто открываете, а он сразу заражает ваш компьютер. Это, ну, я об этом как бы знал, я уже был, я и на конференции был по защите, получается, безопасности. И я об этих сайтах знал. Ну, первый раз с ним столкнулся. Так что, ребята, кликая на ссылки на открытие сайта, будьте осторожнее, пожалуйста. Очень хорошо можно попасть. Так, Максик выложил это, я вам, видите, это тоже. Смотрите, это я вам три показал отсюда, смотрите, а тут еще один, видите, на онлайн игры, еще такой же сайт. О, все обо всех, вот все обо всех, тоже интересно, имею в виду. Тоже заходил, просто интересно посмотреть. Конечно, недооформлено, но человек просто делает обзоры на игры. Насколько я понял, ну, начало, ну, пусть, ладно. Ради бога. Ты меня выпустишь с этого канала или нет? Выпускай меня уже. Давай. Ну. Что ж такое-то, а? Выпусти меня. Ну все, выпустил. Так, дальше у нас... Вот у нас есть каналчик. Интересно, ну-ка дайте я его открою. Этого парнишку я знаю, он у меня часто бывает. Парнишка у меня бывает часто на стримах, это я его вижу, комментирует. Привет ему огромный в развитии канала. Давай, двигайся, короче, вперед. Я в тебя верю. Не буду сильно. Так, опять взлом Music Wars. Можно я не буду больше на эту ссылку нажимать? Я как бы очень боюсь. Вдруг там какая-нибудь неизвестная вещь. Так, опять заново. Смотри, 14 часов назад. Просто интернет спамится, короче, новым, получается, этим.
А, вот, еще новая ссылочка у нас появилась, кстати. Давайте на нее тоже перейдем. Вот так вот, вот сейчас мы ее сделаем. Тоже та же самая система. То есть, ту-ту-ту-ту, просто чит, ссылка в описании, без всего, короче. Основной переходишь на сайт. И тишина. Тишина, потому что он мой, короче, антивирусник его просто вырезал сразу же. То есть он не считает его за нормальный сайт. Поэтому все. Надеюсь, вы не ищете читы в интернете. Ну, я не буду все рассматривать. Я вот буквально первую страничку, ребята. Первую страничку потом. И потом дальше, короче, сразу. О, экспедиция в одного. Один день назад. А вы не смотрели? А это популярный канал. Ну-ка, Визитхак. Что ты у нас сделаешь? Так, что у нас там пошло? Ну, неделю назад. Я смотрю, тоже просто обзоры на игры начал делать. Экспедиция в одного. Это что, на экспедицию не набрал? Ну, извини, Вилзак, я смотреть, короче, не буду. Так что не обижайся. Не сейчас. Перестань. Перестань таблички мне выдавать. Так, и снова тот же самый Вилхак. И... А, вот, да, это я смотрю тоже Руни из последних. Прям смотри, и то, и это, за один день тут вообще прям красавчик. Ну, на следующую страницу, конечно, я переходить не буду. Вот, я просто узнал, что интернет вообще просто, сам YouTube вообще спамится, короче, вообще читами на Музварс. Я как бы в шоке, опять вообще сказать, короче, нечего вообще, просто ужас какой-то. Ребята, аккуратнее, пожалуйста, по ссылочкам. Вот, могу сказать. Используйте более умный поиск на YouTube. Может, что-нибудь интересное и найдете. Я же в свое время находил там интересные видео на просмотре. Ладно, всем спасибо, ребята. Это просто была аналитика и разговор. Не более того. Короче, ну нервничаю я. Нервничаю по поводу партнерки, в общем. Вот так. Вот. Ладно, всем спасибо, кто смотрел, кто слушал. Не качайте, ну не качайте читы на MusicWars, ну нету их, ну нету их. Если я что-то найду интересное, ребята, я обязательно вам его выдам, просто так, на халяву. Бот же вам достался на халяву, надеюсь, вы им пользуетесь. Ладно, счастливо, ребята.